Мобильный центр здоровья приехал в село Архангельское. Автомобиль «Газель Next» оснащен современным медицинским оборудованием. Прямо здесь жители отдаленных сел проходят комплексное медицинское обследование. Сельчане давно ждали приезда медиков и пришли на обследование в мобильный центр здоровья всем селом. Благодарим всех за то, что к нас посетили, приехали. Наши, во-первых, благодарим. Это кто нам? Ну, Министерство здравоохранения областное направило сюда к нам. Вот такой вот, чтобы нас все, всех здесь не забывали, да. Чтобы нам, мы прошли здесь все обследование. Евгений Лапшин рад, что теперь ему не придется ехать в город на обследование после перенесенного заболевания. Очень хорошо, что приехал. Но я вынужден был воспользоваться этим, потому что я после тяжелой болезни, после ковида. Сельчанка Вера Калинина пришла в мобильный центр здоровья на плановое обследование и осталась очень довольна его работой. Конечно, это очень хорошо. Мы сразу узнали свое давление, холестерин, значит, узнали свой сахар. И сейчас пойдем в медпункт, там к врачу. Ну, помогут нам, конечно. Чем нам ехать в пятую поликлинику, очереди там соблюдать, здесь спокойно пришли и проверили как бы свое здоровье. Одновременно с работой мобильного центра здоровья в медпункте села Архангельское организовали вакцинацию жителей от коронавируса. Все желающие смогли сначала пройти полное обследование организма, а затем привиться от COVID-19. При помощи мобильного центра здоровья можно пройти скрининговое обследование, узнать уровень сахара в крови и уровень холестерина экспресс-методом. Здесь же измеряется артериальное давление, насыщенность кислородом крови. Проводится исследование сердца при помощи кардиовизора. Проверяется острота зрения. Результаты даются здесь и сейчас. Пациентам не нужно долго ждать и за ними приходить повторно. Здесь же также измеряем рост, вес, подсчитывается индекс массы тела для исключения избыточной массы тела, ожирения. После всех профилактических наших этих обследований врач-терапевт консультирует и дает дальнейшие рекомендации. Гордость мобильного центра здоровья – уникальный аппарат для проверки дыхательной системы, компьютеризированный спирометр. С начала года передвижной мобильный центр здоровья побывал уже в 44 населенных пунктах Ульяновской области. Медицинские обследования прошли более 2000 жителей нашего региона. Работа в этом направлении будет продолжена. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.